Добрый день, Сергей. Александр, вы хотите что-нибудь сказать перед процессом? Да мне особо нечего говорить. Ну, как вы себя чувствуете? Вас, вас так долго ждала. Кто? Вам есть что сказать? Свердловская область. Свердловская область долго ждала. И мы тоже. Вы тоже? Мы вас помним очень. Вы это раскручили? Грустно без меня. Вы уже знакомы со своим обвинением? Вообще согласны? Нет с тем, в чем вас обвиняют? Какая ваша позиция? В принципе, да. Я вину свою признал, но я пока не согласен с квалификацией. А принципиально, да, вину я свою признаю. А вам есть что сказать жителям Тавды? Ну, конечно, есть. Очень печально, что мне пришлось покинуть Россию. И после моего проход отъезда... Проход судьи освободите. После моего отъезда этот завод... Проходим, заходим и просаживаем. Пока я там был, завод существовал, работал. После моего отъезда ровно через полгода его не стало. А вы за свою жизнь не опасаетесь? Что где я езжу? Уважаемые корреспонденты, рассаживаемся, начинается процесс. Я думаю, столько, как и вы, и как и все люди. Садимся, давайте. И здесь все находящиеся в зале. Мы все в какой-то степени чего-то опасаемся, но что сделать, это жизнь. Александр, вы можете сказать, вы сами сдались правоохранительным органам, или они как-то на вас вышли, вы скрывались, и это было неожиданностью для вас? Знаете, я покинул Россию в 2004 году, уголовное дело на меня не было возбуждено. Я даже о нем ничего не знал. То есть в 2005 году я узнал, что на меня возбудили уголовное дело. Я не убегал от них. Просто я не вернусь. Гражданство у вас Российской Федерации? У меня есть гражданство Российской Федерации, и я еще являюсь гражданином еще одной страны. Угу. Какой? Это Коморские острова. Угу. Я владелец нескольких компаний. Место работы свое назовите. Это город Дубай, к сожалению. Здесь у меня бизнеса не осталось в России. Угу. Задержаны когда были? А я не был задержан. Не были задержаны? Нет. А как оказались? Ваша честь, ну, бытует мнение, что я сбежал от следствия. Я конкретно спрашиваю сейчас, вы когда были задержаны? А я не был задержан, я был экстрадирован из Дубая. Нет, нет. Но фактически, с какого я времени? Был, 9 числа я приехал в Интерпол по их звонку. Угу. И у меня июня? Было... А? Месяц это? Июнь, да. Июнь. 9 июня, да. Угу. Но у меня не было задержания, я на свободе. Угу.